В баре было полутемно и прохладно. Пахло коньяком. От запаха иногда становилось дурно. С потолка свисала модель парусника. Стена за стойкой была обита медью. Тишина и людей почти нет. Только за стойкой стоит бармен и чистит бокалы. А в углу сидит человек среднего возраста с рыжими волосами в очках, увлеченно читая книгу. Я выглянул из-за накрытого белым покрывалом столика. Кот бармена посмотрел на меня, принюхался, поздоровался мяу, и прежде чем я успел ему ответить, опустил голову на тумбочку. А через пару секунд заснул. Путь сюда был долог.